Друзья, всем привет! Лето в самом разгаре, и сегодня мы осваиваем очередную доску на воде, это вейкборд. В очередной раз интересно что-то заново попробовать. Пойдем сейчас к конструктору, к Дмитрию, который нам расскажет, даст гидрокостюмы и покажет вообще, что надо сейчас нам будет делать вначале. Мы находимся в вейк-парке «Гуманоид», и Дмитрий нас ведет в курс дела, с чего нам начать и чем мы сегодня будем заниматься. Сегодня будем обучаться вейкборду, пройдем маленький курс падений, вставаний из воды, одевания досок, одевания гидрокостюмов и получения всякого разного удовольствия от того, то есть занятия вейкбордом. Я тащу, вот, да-да-да, вот она потащит, вот мы встали так. Только ноги не прямые, а ноги как бы должны быть согнуты. Так оставаться должны? Да, да, да. Потом мы разворачиваемся, ага. Но ноги остаются как бы. Ага. Катнем. Как два благородных мужчины, мы решили первый отправить на тест Ксюшу. Посмотрим, что у него получится, и исходя из этого уже будем думать, смотреть, как нам выступить. Хотя из этого поедем домой. Чтоб не позориться. Офигенный плюс, тут есть сауна. То есть нам надо поймать рыбу, пожарить ее. Я уже просто придумываю конец. И сходить в сауну, да. Остальные пусть катаются. Непонятно. На монтаже наши лица. Шнуроваться-то как. Ну, это было очень весело. Вода, несмотря на то, что казалось холодной, оказалась очень теплой. Было даже жарко, но самое сложное – это встав на доску, ее развернуть. Потому что если чуть дать назад, то ты сразу ныряешь и остаешься без доски на ногах. Сейчас посмотрим на Саню. Я передумал. Да нет, на самом деле, не знаю, мне кажется, пока для меня самое сложное это вообще встать на нее, занять правильную позицию. Хотя бы я надеюсь подняться над водой. Короче, мне все очень нравится вся эта водная движуха, но у меня она вообще очень плохо заходит, что вот флоубординг, что вейк, да и сноуборд так тяжеловато, но буду пробовать пытаться, не все с первого раза, ну пока не получается. Но это была первая попытка, буду тренироваться, буду работать. За катером меня ехать не пускают, поэтому сегодня у меня другое, я буду ловить нам ужин. Буду работать на пропитание. В общем, вот что из меня получилось. Вейксерфера не вышло, я возвращаюсь к своему исконному хобби. Рыбалки. Да пустили. У тебя сейчас самое экстремальное катание на катере. Впереди, да? Сейчас у нас Ксюшка катается. Ну, блин, у нее круто на самом деле получается. Потом пойдем Санька топить. Лос-Анджелес, what's up? Нью-Джерси. Time for some action. You say that I'm fine and I think you're hot. One is so your mind, Gemini. Ну как ты? Слушай, это было очень круто. Почти как на сноуборде. Это надо пробовать. Словами не передать. Но очень прикольно, когда
уже встал и поймал, и просто едешь. Для первого раза вообще отлично. Особенно по сравнению со мной, с моими мегападениями. Ну и вообще, ребят, если есть вид спорта, в котором надо облажаться, зовите, пожалуйста, меня, я устрою вам. Ребята, понравился выпуск, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Будьте в курсе, мы будем постоянно пробовать разные новые виды спорта, новые направления. Будем пробовать постигнуть неудачу, где мы еще ее не постигали. С вами был канал «Нелегкая атлетика» и Саньки. До новых встреч!